Как использовать частицу то? Сегодня я отвечаю Анне Розальской. То употребляется при подчеркивании или смысловом, интонационном выделении слова, к которому относится. Например, а ты-то откуда это знаешь? Мы подчеркиваем ты. Сам-то как думаешь? Мы акцентируем внимание на сам. Для кого цветы-то? Мы акцентируем внимание на цветы, то есть нас интересуют цветы. Где у тебя кухня-то? Нас интересует кухня. Кому квартиру-то купили? Нас интересует квартира. Как запомнить-то все это? Нас интересует запомнить. То входит в состав ряда местоимений и наречий, относящихся к предметам, которые, скорее всего, реально существуют, но неизвестны тому, кто говорит. Кто-то, что-то, где-то, как-то, когда-то, куда-то, зачем-то, почему-то. У тебя кто-то есть? Это находится где-то далеко. Как-то неловко получилось. Это произошло когда-то давно. Я хочу сказать тебе что-то важное. Пока все. Спасибо за внимание и успехов в учебе.